Всем доброе утро! Сегодня 24 мая. Погода в Кучугурах шикарная. Становится еще теплее. А ночью и сегодня полный штиль. Вообще красота. Мы уже искупались. Водичка немного прохладная, но терпимо. Когда находишься подольше в воде, в принципе, становится даже и тепло. На ближайшие дни дожди не обещают. Обещают только солнышко, солнечная погода. И сейчас мы спустимся на пляж. Кто-то спрашивал, кстати, есть ли медузы. Медуз пока что нет. А, как мы заметили, медузы бывают только когда жарко. Ну, либо мы не попадали в холодный период с медузами. Когда мы приезжаем в конце мая, их, в принципе, нету. Никогда. Многие опять спрашивают про гостиницу, в которой мы остановились. Мы здесь останавливаемся в Кучугурах именно только в одной гостинице. Это Два Капитана. Вот сейчас я нахожусь на крыше этой гостиницы. В общем, у меня есть обзор полностью ее на странице, можете зайти посмотреть, но это прошлогоднее видео. В этот раз сделаю небольшой короткий обзорчик, чтобы для новеньких, кому интересно, понимали, какая гостиница здесь. Также здесь много частных секторов, где можно также снять, в общем-то, себе домик или комнату. Есть обычные гостиницы, есть большая гостиница «Азов». Далее там еще какие-то гостиницы есть уже вглубь. Но та, на которой мы находимся, собственно, сами видите, она находится прямо у моря. Здесь вот на этой центральной площадке, то есть возле нее, вон есть спуск вниз. То есть вы вышли с гостиницы, спустились, и вы уже на пляже находитесь. Спустилась вниз на площадочку, и первый раз за историю в Кучугурах, вот пока мы были здесь, сколько раз, первый раз мы видим вот такое количество рыбаков на берегу. Говорят, должна рыба прийти. Посмотрим, насколько у них будет большой улов. И только с этой стороны они сидят. С этой стороны нет никого. Водичка прозрачная, к берегу ничего не прибивает. Травы нет, медуз нет. Вот, в общем-то, ножки видно. Прекрасное море, шикарное. Обожаю море в конце мая, в начале сезона, потому что еще не так много людей на пляже. Водичка чистая. А, кстати, сейчас у нас отдыхает мама в Сочи, на Черном море, в районе Сочи. И там погода намного прохладнее, чем здесь. Вода 16, а в Кучугурах 21. Постоянный шторм. Не было еще ни одного дня, чтобы там был штиль, вот именно где она отдыхает. А она еще не купалась. В общем, есть чем сравнивать. Здесь погода намного лучше, чем там. Хотя, в принципе, там каждый год намного жарче. Но сейчас погода не такая. Сегодня людей побольше купается, чем вчера. И на пляж тоже выходил. Вышло побольше народу. Особенно рыбаков, кстати, да. Рыбаки не уходят, они так и сидят. Интересно даже, есть там у них улов какой-то или нет. Мы идем прогуляться до рыбаков. Тут
у них хорошая кефалька прям в сетках. Они даже ее продают. Пойдешь? Можно посмотрим? Смотри. Да, рыбка прям хорошая, кефалечки, да? Вот какие. Она вообще погрызла. Ни раз, да, не видели? Не-не-не, первый раз, вообще первый раз видим. А место почему вот именно вот здесь, не там вот? Лапы там дальше выбирают. А, там тоже, да? А то мы смотрим, прям только тут скопились они все. Рельеф какой-то, да? Человеческий фактор, понимаете? Один поймал и все. И все в одно место. Один поймал и все сюда. Они косяком как-то, да? Да. Хорошие прям кефалечки, прям такие. Пеленгась. А, пеленгась? Да. Ну, это кефалевая порода. А, ну, понятно. Угу. Сынуль. Ну, чего там? Хорошая рыбка. Знаешь, как рыбка называется? Пеленгас. Здорово. Она что клюет? А где их брать? Глиняка. Ну классно.